Всем доброе утро. Ну, сегодня так получилось, что мы это утро тоже будем встречать на пляже «Морская звезда». Мне просто надо по делам. Поэтому начнем маленькую прогулочку по этой улочке, ведущей к морю, которая уже закрыта до следующего сезона. Маловероятно, что здесь кто-нибудь откроется до следующего мая. Идем на море, посмотрим. Погода сегодня отличная. Все располагает к тому, что можно даже искупаться. Сейчас посмотрим, какое море. К морю я еще сегодня не подходил, как вы понимаете, с утра пораньше. И должен сказать, что душа немножко радуется. Посмотрите, я здесь как-то ходил, вот, я не помню уже когда, вчера или позавчера. Тут была куча мусора. А сейчас вот все. Чистота, порядок, убрали, все хорошо. Народ уже на море. Уже вон. Семьями. Кто-то делает зарядку. Бабульки там подтягиваются. Женщина делает зарядочку. Ну, мы на Москве везде. Прямо под меня практически течет какой-то ручей. Происхождение мне его неизвестно, но так понимаю, с гор что-то оттуда вот течет. Чайка вот прям пролетела низенько. Тут кормят, вот они. И слетели тут все. На кормежку. Чайки, голуби. Чайки такие активные борются. Центр кормления чуть-чуть перешел дальше. Голуби и чайки все убежали. В общем, как бы вот так, товарищи. Ну, а море само замечательное, прозрачное, отличное. Я так думаю, что сегодня мы сможем с вами на него сходить в обед. Когда солнце станет еще получше, повыше. И все будет красиво. Чайки голуби бьются за еду. Одна большая все время кричит, а мелкие едят. Такой вот утро в Лазовском, ребят. Море идеальное, чайки классные.
Прям чуть ли в камеру не влетело. Все, друзья, всем доброе утро. Побежал? Побежал заниматься делами, а потом выкладывать вам этот ролик. Всем привет и всем пока. А народ, кстати, он подтягивается. На бирюзу, наверное, недавно показывал. Народа полно. Будет, я имею в виду. Сейчас пока еще мало, но люди есть. Все, всем покедово. До новых встреч в эфире.